Друзья, всем привет! С солнечного острова Бали, на связи Александр Тен, и я рад вас приветствовать с нашего комплекса вилл, который мы строим на острове Бали, и об этом чуть подробнее сегодня расскажу. Так вот, сегодня ночью я проснулся и решил, что я хочу запустить новую рубрику инвестиций в недвижимость на острове Бали, поскольку я сам последние полгода активно инвестирую в недвижку. Я решил построить свой комплекс вилл, я же являюсь автором, я же являюсь инвестором и идейным вдохновителем, и очень много поступает вопросов на эту тему. Многим из вас интересно, как инвестировать, сколько процентов можно иметь по недвижке. И поверьте, за последние полгода у меня появился огромный, колоссальный опыт от выбора локации, от выбора земли, от выбора подрядчика, строителей, строительных материалов. И я решил в ближайшее время ответами на эти вопросы делиться с вами. Ребят, если интересно, давайте так, наберем 50 лайков, и будет следующее видео, где я подробно уже буду делиться этими тонкостями. Только сразу хочу предупредить, что эта рубрика будет максимально интересна не застройщикам, а инвесторам. А пока давайте с высоты птичьего полета познакомлю вас с нашим комплексом. Наш комплекс находится в самом сердце острова Бали, город Убуд, если так его можно назвать, с шикарным видом на рисовые поля. 8 минут езды центр Убуда, 5 минут езды это российская известная школа Варвара Скул, 20 минут до океана, и самое главное, рядом есть вся инфраструктура, спортзал, кафешки, рестораны. Теперь давайте расскажу про план участка. Вот здесь будет стоять моя двухэтажная вилла вот с таким шикарным видом. Здесь будет... Да, пока здесь домик рабочих, не пугайтесь, это нормально, они не согласны на лучшие условия. Я им предлагаю переехать в готовую виллу, они говорят, нет, мы будем жить в этом домике. Дальше, здесь будет стоять три виллы, которые мы будем сдавать в аренду, двухкомнатные виллы с собственным бассейном. Это вторая вилла. Здесь будет стоять еще 5 вилл, и в конце будет стоять наш двухэтажный ресторанчик с европейской кухней. Ребят, как вам идея сделать подробный обзор на строительство вилл и самое главное ответить на вопрос, сколько денег может стоить такая вилла, сколько процентов в месяц она может приносить? Обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. До встречи, увидимся и пока. А пока держите еще вам красоты балийской.